Каждая из этих восьмерок – это палочка. И тогда четыре палочки – это квадрат. Одна восьмерка, вторая восьмерка, третья восьмерка, четвертая. Я так слышу. Ты слышишь, если ты знаешь законы музыки, и все знают в группе, то вы точно слышите одинаково. И вы точно поняли, вы попали в перемену в музыке с медленно на быстро, и вы ее пропали. Со временем вы научаетесь слушать музыку одинаково, не потому что вы стандартная коробочка, как вот этот квадратик, а потому что в музыке единые законы, и вы их либо знаете, либо не знаете.